сегодня мы отправляемся в Винницу на поезде. Мы вам покажем, как ездить можно без машины. Мы добираемся пешком. Мы сейчас зайдем в Макдональдс. Там, говорят, новые игрушки есть. Там пообедаем и пойдем осматривать город. Котечка мой выведет. Так ее нельзя убивать, его можно пить. Понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ваенка и смотрите новые мои видео. Всем пока!